Используйте эти цитаты Лао Цзы, чтобы овладеть своим разумом. Ум, который спокоен, покоряется вся Вселенная. В современном беспокойном и хаотичном мире спокойный и ясный ум может стать вашим самым большим преимуществом для успеха. Когда ты доволен тем, что просто остаешься самим собой, не сравниваешь и не соревнуешься, все будут уважать тебя. Единственный человек, с которым вы когда-либо должны сравнивать себя, это предыдущая версия себя. Как только вы перестанете играть в игру сравнения, вы можете сосредоточиться на своем собственном росте и развитии. Люди будут любить вас за это. В центре вашего существа у вас есть ответ. Вы знаете, кто вы есть, и знаете, чего хотите. Не боритесь с этим тихим голосом в вашей голове, который говорит вам, что делать с вашей жизнью. Прислушайтесь к этому, это ваша интуиция, это ваше подсознание говорит с вами напрямую. Жизнь – это череда естественных и спонтанных изменений. Не сопротивляйтесь им, это только создает печаль. Пусть реальность будет реальностью. Позвольте вещам течь естественным образом, как им нравится. На самом деле, перемены – это единственный способ создать ту версию своей жизни, которую вы хотите. Делайте трудные вещи, пока они легки, и совершайте великие дела, пока они малы. Путешествие в 1000 миль должно начинаться с одного шага. Научитесь начинать каждый день с победы и использовать ее в качестве положительного подкрепления в течение всего дня. Будь доволен тем, что имеешь, радуйся тому, что есть. Когда вы осознаете, что нет ничего недостающего, весь мир принадлежит вам. Чем больше вы цените то, что у вас есть в жизни, тем больше вы будете привлекать этого в свою жизнь. Сосредоточьтесь на ежедневном упражнении благодарности, чтобы действовать из места изобилия, а не дефицита.